Всем привет, дорогие друзья, с вами Тайгер Скиф, и мы продолжаем GTA-шечку. Так, куда мне там надо? Кому-то поехать, да, что-то сделать. Кому-то морду набить, кого-то подстрелить. Что-то куда-то отвезти. По классике, но каждый раз очень интересно. Сори, сори. Так, ну мы к этому, к Луиджи, или как его? Правильно, к Луиджи. Своему первому работодателю. Тихо. Главное никого не подбить. Не знаю почему, но не надо. Надо быть добрее. Вечеринка у копов. Вот так вот. Да ты что? Копы решили устроить вечеринку в зале старой школы, которая рядом с мостом. И теперь их потянуло на старый штаг. Но сейчас все мои девки работают на панели. Привези побольше телок, доставь удовольствие. Привези побольше девок, пока копы не пропили все свои бабки. А это надо девок собирать и отвозить. Так, это задание на время. Ты должен успеть его выполнить, пока запущен таймер. Так, лучше хочу, чтобы ты собрал девочек. Сколько, я что-то не понял. Не, ну это у Луиджи, конечно, хорошее пожелание. Давай, запрыгивай. Так, у меня четырехместная машина, то есть можно четырех сразу забрать. Простите. Сколько им нужно? Дивуль. Садись, мадама. Ну не поворачивай только в ту сторону. Я, кстати, реально не понял, сколько ему надо девок. Так, все, надо отвозить. По идее, больше не сядет. Но это не точно. Ибо если надо, копы посадят. Так, вот у них тут вечериночка. Так, три, а сколько еще? Так, ну, сообщение. Так, теперь их потянуло на старые школьные забавы. Так, Луиджи хочет, чтобы на вечеринку у кого было не менее четырех девок. А, не менее четырех, да изи вообще. Зря только надрываюсь. Где-то тут вроде прям рядышком была еще одна. Что-то я не туда поехал. Тихо. Интересно, если я привезу больше, мне дадут больше денег? Хотя у меня уже и так 10 тысяч, их тратить тут в этой игре практически некуда. На первых порах оружие купить, не более того. Ой, прости. Что, убил? Садись давай. Не хватало мне еще девочек Луиджи поубивать. Это чревато последствиями.
Залезай, мадама. В принципе, то я еще одну могу погрузить. Времени хватает. Только тачку не разбейте мне, пожалуйста. Давай. У тебя тёлок тачка, как сельди в бочке. Отвези их на вечеринку и приезжай заново. Понял, я что-то просчитался. У меня уже трое, что-то подумал двое. Ну, ну и фиг с вами. Чайнатаун. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. 6 тёлочек. Годится? Liberty Police Department's Annual Ball. Анальный мяч? Я правильно понял? Что? Еще что-то надо сделать? Туру-ту-ду-ту-ту. Если я сейчас у них заберу тачку, они не будут обижаться на меня. Тын, 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 тын. Туру-ду-дун. Задание выполнено. 3000 добавочек мне дали. Едем, сохраняемся. Все, Луиджи закончились. Задание для меня пока что. Такое бывает, такое бывает. Прыжок веры! Слабенький прыжок. Даже денежек мне никаких не упало с него. Так, надо тачку довести живой до места хранилища. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Окей, окей. Все, едем к тому мастеру, ломастеру, автослесарю. Чух-чух-чух. Оп. Притормозили, поехали дальше. Ой. Блин, такую мятину мне оставил. Зачем, спрашивается? Что я тебе такого плохого сделал? Чу-чу-чу-чун. Чу-чу-чу-чун. Я не могу понять, почему телефон звонит, если тут, ну, мне не надо подходить к телефонной будке. Или вот эта телефонная будка. А ну подожди, мне тут не звонят. Что-то хотят от меня. Мошенник. Меня зовут Мартин Чонкс. Здесь на углу я построил фабрику производства корма. Так, у меня возникли проблемы с финансами. Я собирался встретиться с управлением банком. Этот мерзкий мошенник решил поживаться за мной счет и поднял процент займа. Возьми мою тачку, встреть его и привези сюда. И я приготовил большой сюрприз для этого кровопийца. Ко мне-то какое дело? Ну да ладно. А, подожди, возьми мою тачку. Или просто тачку. Я сейчас немножко не понял. Там вот внутри что, тачка стоит или его тачка? Или тот чувак?
Ну и как мне заехать? Вот так бы и сразу. А, его тачка. Какая-то у нее крыша кривая. Отправляется на встречу с управляющим банком. Ой, тихо! Зачем же ты так? Я не хотел. Только тачку не разбей по дороге, а то заставят ремонтировать. Садитесь, мистер. А, тебя послал мистер Чонкс. Давай нанесем ему визит. Мистер Чонкс. А другого чувака нельзя было позвать на такое дельце? Зачем вот этого незнакомого брать? Ну, наверное, так надо. Сработает. Мистер Чонкс. No parking. Подгони машину и утилизатор, чтобы избавиться от улик. Выйди из машины, ее подцепит кто-то там. Избавиться от улик. Хорошо, что меня уликой не считают. И не предлагают всем избавиться от меня. Это очень, очень, очень хорошо. Упс, маленькое ДТП. Без моего участия. Не могу сказать, чтобы я очень был расстроен этому. А, это сюда за город надо выехать. Там, где тут заезд. С той стороны. Или заезд, или въезд. И что еще, кстати, ни одного пакованчика не настав. Поставь машину в голубой круг и выйди из нее. После этого машина будет утилизирована. Убирайся из машины. Утилизатор улик. Висит в воздухе. Так, закрывается. И что дальше? Задание выполнено. Штукарь. Вот такой себе штукарь. Что тут пишут? Так, поставь машину в голубой круг и выйди из нее. После этого машина будет утилизирована. Прям вот такая нужная штука, вот эта утилизация машин. Ну, в игровом процессе, я имею в виду. Что у них тут за клетки? Птицеферма, что ли? Маленькая. Так, ладно, умываемся отсюда. Хорошо, хоть машинку оставили. Как бы и на этом спасибо.
Зачем они так ездят? Это же опасно. Опс, опс, бупс, бупс, опс. Водитель просто супер. Так, последний ужин Губастога. Погоди, дружка, мне нужно одно дельце провернуть. Для тебя, друг, есть ребятенка. Братья Фрелли забыли вернуть мне старый должок. Надо бы преподать им хороший. Так, Губаст и Фрелли набивают брюхо в Бистре. Гараж Лысого находится в Харвуде. Ты же знаком с Лысым? Как только он установит бомбу, верни машину туда, где взял. Только наблюдать. Ну давай живее, толстяк. За этим только наблюдать. Ну, время тик-тик-так. Что, мне на этой машине ехать? Бегу-бегу, мчусь. Простите, я на срочном задании. Говорит, Лысый установит туда бомбу. Ну хорошо. Бумца. Так, только надо аккуратно ее, насколько я помню, вести. Так, это не машину. В гараж Лысым расположен на север сюда, за автомобильным, что-то там. А ну, разбежались, чуваки. Нас много там слишком. Насобиралось. Ай. Аккуратненько. О, гараж Лысого совсем рядом. Такая тачка. Даже выходить не пришлось. Так, нажми левой кнопкой мыши, чтобы запустить бомбу. Она взорвется, как только заведется мотор. Припаркуй тачку на стоянке у Бистро Марко. Или Макро Марко. Так просто, да, подошел, взял тачку, отогнал, пригнал, пока чувак хавает. В Бистроу. Так. Главное не стукнуть. Это, по-моему, заставит... Типа это самое переделывать. Еще надо правильно припарковаться. Так, включи бомбу и быстро сваливай. Бомба активирована. Я свалил. It's no good, говорит. Маркос Бистро. А, это его... Он не покушать пришел, я понял. Дыдыщ! Задание выполнено. 10 косарей. Мое почтение. И та тачка взорвалась рядышком. Хорошо, что это не взорвалось. Есть на чем поездить. Сердечки валяются. Ой-ой-ой, нет, туда, наверное, не надо ехать. Неудачная идея. Он же тут плавать не умеет.
Опять этот. А его, по-моему, так и не отремонтируют. Кусочек дорожки. Опс. Чё-то я до сих пор ни одного пакета не встретил. Как же так? Музончик. Мне ж надо их насобирать, чтобы последнюю миссию было удобно выполнять. Там просто все оружие у меня украли, а мне надо будет много оружия для пострелялок. Если я правильно помню. Так, окей, мы при... А, у меня нету тут тачки. Хорошо, ставим. Тогда эту ставим. Ладно, все, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.